Всем привет! Я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! В Гомеле суд встал на сторону уволенных матерей-одиночек. Они были восстановлены в должности и получили компенсации. Одна из них – фельдшер с 15-летним стажем. Вначале ей просто отказывались продлевать контракт, а затем и вовсе указали на дверь. Таким же неожиданным было увольнение и для заведующей фирменным магазином одной из гомельских фабрик, причем уволили ее по Вайберу. Суд в обоих случаях встал на сторону женщин, они получили компенсации и вновь досталось бедным котикам. Житель Бреста выбросил кота с балкона 8-го этажа. Мужчину разозлило, что питомец опрокинул миску с едой. Кот погиб, а на мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Суд приговорил его к штрафу 870 рублей. Как пояснили в Генпрокуратуре, суд принял во внимание тот факт, что у мужчины 3 детей. Но котика все равно жалко. Вот кому действительно жить хорошо. Опубликован рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Его возглавил Виктор Кислый, основатель Wargaming Group. Второе место у Алексея Алексина. Он имеет интересы в различных сферах бизнеса. Ну а бронза у Аркадия Добкина, основателя EPAM Systems. Этот рейтинг публикуется с 2007 года. Порой в него входили 200 предпринимателей. Ну а в этом году издание «Ежедневник» ограничилось лишь сотней.